Привет, друзья, с вами Скворец. Это канал Back of Games, сумка игр. И сегодня в нашей сумке игра Fallout Shelter. В общем, я буду смотрителем убежища. И буду теперь, короче, следить за людьми, которые будут у меня обитать в моем убежище номер 152. Ну, создаем убежище. Пропуск, поздравляем, компания WorldTech выбрала вас смотрителем убежища 152. Отлично. Убежище защищает людей от опасностей пустоши. Тоже хорошо. Вы смотритель убежища, вы должны развивать его и поддерживать в нормальном состоянии, а также заботиться о счастье и безопасности его жителей. Как каждая комната связана с одним параметром специал. Используйте это при распределении жителей, чтобы они были счастливы и эффективно работали. Окей. WorldTech будет ежедневно проводить инспекцию, оценивать ваши результаты. Заботьтесь о счастье жителей, это ваш долг. Короче, мне надо заботиться о счастье жителей и свое убежище как-то развивать. Добро пожаловать в новое убежище, смотритель. Позвольте познакомить вас с основными принципами его работы. Окей, сначала построим комнату. Нажмите на значок молотка, чтобы открыть меню. Все ясно. Так, генератор. Строим генератор. Так, выберите место, где его можно построить. Где мы будем строить генератор? Будем его строить пониже. Зона строительства. Сюда построим. Теперь нам нужны жители. Благодаря им генератор производить энергию. Окей. Смотрите, новый житель уже стучится в дверь убежища. Окей. Вот житель, давайте посмотрим на его параметры. Нажмите на жителя, чтобы открыть экран информации. Так, вы можете увидеть параметры жителя. Данная информация поможет вам устроить все так, чтобы житель работал наиболее эффективно. Сила, воспроизводительность, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача. Окей, чё? Так, чтобы выбрать задание для жителя, нажмите на него и удерживайте кнопку мыши, а затем перетащите его в какую-нибудь комнату. Сделайте так, чтобы этот житель оказался в комнате, где находится генератор. Потащили его. Ну, то есть подсказку бери свою. Теперь назначьте второго жителя в комнату с генератором. Помните, нужно нажать на жителя и удерживать. Окей. А что у тебя с параметрами? Почему я не могу посмотреть эти параметры? Все, короче, у меня два жителя. Бородач какой-то. Как тебя зовут, бородач? Почему ничего не происходит? Ну все, они в комнате. А, теперь, когда в комнате есть жители, она начинает воспроизводить, короче, ресурсы. Дважды нажмите на комнату, чтобы посмотреть ее поближе. Ну ты, блядь, уйди отсюда. Дорис Кевин. Если вы сильно нуждаетесь в ресурсах, можете воспользоваться ускорением. Нажмите на кнопку ускорения, откроется меню ускорения. Ускорение. Так. Бакс активировать. Успех. Все, отлично. Вы использовали ускорение и получили крышки. Давайте посмотрим вторую. Столовая. Так, тут нужна ловкость. Отправьте жителей сюда, чтобы производить пищу. Вам нужна столовая, она будет... Так, где нам сделать столовую? Давайте мы уже здесь построим столовую. Теперь посмотрите еще одну комнату. Какую еще? Станция обработки воды. Воспроизводительность нужна. Так, давайте. Построим напротив радиатора ее. Отлично, вот пища и вода, они помогут жителям вашего убежища продержаться какое-то время. Следите за индикаторами, чтобы быть в курсе того, какие ресурсы вам нужны. Окей. Смотрите, новые жители пришли к входу в убежище. Теперь, когда вы познакомитесь с основами деятельности смотрителя, продолжайте расширять убежище, заботьтесь о безопасности жителя. Окей. Так, у нас здесь что нужно? У нас здесь нужна, получается, это что такое? Что за параметр? А. Параметр А. Это у нас ловкость. Так, у кого ловкость побольше будет? Так, у тебя вот ловкости много, ты будешь поваром. Так, а сюда нам нужно что? П, это что такое П, П? П, это у нас воспроизводитель. О, ты как раз будешь у нас работать. Смотри, как я тебя удачно выбрал. Воду будешь делать. Так, у тебя что? Интеллект, харизма, выносливость. Пока не знаю, куда тебя направить. Ты кто?
Интеллект, воспроизводительность. Воспроизводительность нам нужна где? Тут сила. Воспроизводительность нужна вот здесь вот, да? Параметр P получается у нас. P, да. Так, давай, ты воду тоже будешь делать. У тебя что есть? Сила. Сила, харизма, интеллект, ловкость, удача. Ну, я не знаю, поселю тебя пока сюда в комнату и тебя в комнату. Живите здесь и радуйтесь жизни. А в столовую нам нужен еще один человек, получается, да? Да, тут два, в столовую еще нужен один, а в столовой у нас нужна... А, это у нас ловкость. Иди в столовую работай. Нечего здесь сидеть. Так. Отправить подходящую комнату. Окей. Собрать 50 единиц пищи. Так, отправить жителя в пустошь. Успешно применить ускорение в комнате. Давайте применим еще одно ускорение. В комнате с водой. А как ускорить? Подождите, я забыла. А, вот ускорение. Отлично. Мы выполнили задание, и что это такое? Что было? Так. Открыть здесь. Вода плюс 50. Лютик. Какой-то хлам непонятный. Девочка из деревни, что-то тоже неясное. И крышки. Сколько много карт? Костюм. Прочный походный костюм. Отлично. Отлично. Так. Проверили кейсы. И теперь я хотел же кого-то отправить. Тебя. О, энергия готова. Отправить... Еда готова. Так, отправить в пустошь. Одежда. Прочный костюм бери. А есть оружие? Нет оружия. О, в противогазе. Иди в пустошь. На разведку. У тебя чё? Ты кто? Чё у тебя тут? Воспроизводительность, выносливость, харизма, интеллект, ловкость, удача. Я не знаю пока тебя куда направить. Может, тебя тоже в пустошь отправить? А это S, что у нас? SSS. Сила. Во, мы оденем ей этот костюм, и у нее прибавится сила. А куда нам сила нужна? А сила нам сюда нужна. Генератор. Может, нам надо еще генератор построить? Повысить уровень жителя. Так. Ну-ка, генератор. Нам нужно больше энергии. 125. Давай сюда рядом. О, комната увеличилась. Иди работай в генераторной. Все, отлично. Костюмы, короче, дают всякие приколюхи. 3 минуты, и у нас много энергии. Так, ну что нам делать-то? Что здесь? Путешествуют. Начинаю экспедицию в пустошь. Возьму столько, сколько смогу унести, и пойду обратно. Молодец. А что этот костюм нам дает? Е. Е. Это что у нас такое Е? Надо посмотреть, я уже забыл. Е — это выносливость. Короче, она становится сильной. В пустоши это необходимо. Что мы еще можем строить? Станция обработки воды, кладовая, медпункт, жилая комната, лифт. Короче, пока ничего нам, наверное, строить не надо. Повысить уровень. Отлично. Еще какой-то чемодан. Мне нравится, слушайте, столько всяких призов. Че тут? Крышки. Винчестер. Вот это дело. Надо, короче, эту с пустоши вернуть и дать ей винчестер. Шкура брамина. Нахера она нужна, непонятно. Родин, блядь, какой-то. Житель какой-то, короче. Крутой чувак. Так. Где у нас эта баба-то, блядь, путешествует? Отозвать назад иди.
Так, что у тебя у нас получается? У тебя харизма, интеллект большой. Да, ну иди живи пока сюда, в пиджаке своем. Так, нужно больше убежищ. Ой, жилых комнат. Давайте построим еще жилую комнату. Так, где нам построить еще жилую комнату? Прямо здесь может ее построить? Не, давайте сюда построим. Все, иди живи. У тебя что? Воспроизводительность, сила. Так, да ты не то открыл, иди. Иди тоже работай сюда пока. Все, все заняты делом, все отлично. Так, что с энергией у нас? А нам здесь нужна сила. А у тебя что с силой? У тебя все плохо с силой. А у тебя? А, ну все, ты сюда пришел работать, да? Молодец. Я тебя что позвал-то? Слушай. Получен опыт. Тебе ничего не удалось собрать в пустоши? Я тебя опять отправляю в пустоши. Я просто хотел дать тебе оружие. Чтобы ты себя лучше чувствовала. Столько всего, короче, я получаю, всякие приколюшки. Разбить камень 150, да вы охерели, что ли, что за воровство. Ладно, это немного угнетает. Да ладно, не угнетайся. Давай, может, ты что там интересного найдешь в пустоши. Так, надо, наверное, столовую увеличить. Людей-то много стало. Еды больше не становится. А кого мне в столовую направить? В столовую что нужно? Ловкость нужна. У тебя что с ловкостью? Плюс 4. Ну, в принципе, неплохо, что. Будешь в столовой работать? Ловкость. Переодену тебя в костюм сейчас. Вот, и будешь как все. Столовая. Все, будешь работать в столовой теперь. С этого дня. Слышь, я тебя вообще-то работать сюда отправил, а не колу бухать. Ты еще в натуре. Охерел. Так, что? Задание. Задание у нас собрать пищи, продать оружие или костюм, собрать 50 единиц воды. Нет, я пока ничего не буду продавать. О, ты кто? Здравствуй, какие у тебя есть умения? Выносливость, сила, воспроизводительность. А воспроизводительность нам нужна... Нужна в этом. Да, воспроизводительность же тут нужна. Е. Нет, здесь нужно П. А что такое П? А, ну все правильно, воспроизводительность. Ладно, иди пока в комнату сюда. Живи здесь пока. Сколько стоит? Ну, воды-то у нас полно. Давай ты пока просто поработаешь на кухне. Потом, если что, я тебя отправлю работать, куда захочешь. Пока набирайся опыта на кухне, потому что еды вон маловато что-то. Электричество, еда. Все, пока вроде жители счастливы у нас. Что тут еще у нас есть? Задание, задача, ежедневный отчет. Следующая инспекция через 23 часа, короче. Инспекция еще будет у меня через сутки. Запасы вообще воды просто... 50 или что? Ну, 71. А возможно всего 50, как-то непонятно. Энергии нет у нас. Еда сейчас будет. Энергия через 139 секунд. Так, а чё у нас в пустоши? Кто там? Получен урон. Ты чё? Ты с кем там? Получен опыт. Это была ошибка, короче, вступила с кем-то в бой. Найдено место, группа рейдеров, высматривающих жертву. Мне надо спрятаться от рейдеров. Спряталась?
А, мне удалось спрятаться. Молодец. Так, ты кто? Чё можешь? Удача. Зачем мне удача твоя? Сила, харизма. Ну иди сюда. Так, мы что-то можем строить. Кладовая. Увеличивает запасы. Ну ладно, крыша. Зачем запасы какие? У меня все хватает, мне вот даже девать некуда. 2 минуты. Через 22 секунды. Вода, нам нужна вода. Так, а у воды у нас воспроизводительность. А у тебя что с воспроизводительностью? 2 всего. А у тебя? О, у тебя 3. Ты сейчас пойдешь работать сюда у меня, а вот тут пойдет на кухне работать. Так. Все, иди сюда работай, а ты иди. А что у тебя с силой? Так, а на кухне нам нужна, что нужна на кухне-то? На кухне. А это у нас ловкость. С ловкостью у тебя вообще все плохо. Сиди дома, короче. Ну ладно, все равно ты пока ничего же не делаешь, иди на кухне работай все равно. Так, чё наш путешественник? О, полученный опыт 10, также найден предмет 25 крышек. Молодец. Ты молодец. Все, все заняты делом. Так, еще кто-то идет к нам. Что там у тебя? Сила, выносливость, выносливость, ловкость. Во, пойдешь на кухне работать. Со своей выносливостью. Заходи. Доволен? А то. А ты тогда иди пока отдыхай. Для тебя нет работы. О, счастлив, что не работаешь. У тебя удача, тебе куда? Тебе, наверное, надо на вылазки лазить. Удача. Возвращайся. Сейчас у нас другой человек будет на вылазке. Что здесь было? Ничего? Стартовый набор World Tech. В этом наборе есть все. Так, потрясающая выгода. Короче, реклама. Магазина. Сейчас придет баба, ты пойдешь у нас на вылазки, раз ты такой удачливый. Так, ну с запасами все нормально у нас, короче. Пока все хорошо. Еще чемодан. Давайте вскроем его. Сколько много бонусов всяких в самом начале. Это очень радует. Крышка, пятихатка. Фу. Пряжа. Хер знает зачем. Пища. Жрачки сразу в полтос. Оружие. Еще одно ржавое пневматическое ружье. Тараканов стрелять, что ли. Крышки, еще крышки. Короче, пиздец нахуй. Денег. Тысячи. Так, сейчас у меня та придет, короче. Еды просто, блять, про запас. Может, лифт построить? И тут вниз так бам-бам, два лифта. Разделить.
Он сразу два так чик построил. А если б я здесь поставил, он что, сюда бы пробил проход? Разделил бы, что ли, комнату? Я хотел бы, чтобы ты уровень получил. Еды вообще просто нереально дохуище стало у меня, чувак. Пока все спокойно. Выдать костюм жителю. О, сейчас костюм получит, еще чемодан у нас будет. Так. Когда это вернется у нас? Далеко там? Все, уже сейчас прибежит. А на вылазках-то удача, это самая тема. Что-нибудь найти. Сила и удача. У тебя что с силой? Ну, сила так себе. Ну, удача нормально. Сейчас поешь. Любишь природу. Сейчас она придет, я ее переодену и тебя отравлю. Вернулась? Че там у тебя, 25 крышек собираем? Переодевайся. У тебя чё, у тебя интеллект, да, хороший? Тебе, я не знаю, чем тебе заняться. Иди пока в комнату, Иисус. А ты? Надеюсь, костюм. Нет, какое пневматическое ружье? Кулак. Бери ружье. И вперед на вылазку. На разведку. Ты счастлив. Получить, конечно, получить. Собрать еды. Я надеюсь, ты будешь счастлив. А ей это что у нас, выносливость? Ну, поехали. Давай, удачи тебе. Еще один чемодан. Манул. Питомец. Питомцы могут усиливать жителей. Более редкие питомцы дают более мощные эффекты. Выдайте питомца жителя так же, как оружие или костюм. Подсказка. Определенные питомцы помогают жителям исследовать пустошь. И что у нас этот питомец может? Ну-ка. Манул. Хлам из пустоши. Плюс 33%. Стой! Стой! Надо того вернуть. Вернись. Отозвать. Сейчас мы тебе еще питомцев дадим. Вдогонку. Вы с ним вообще порядок наведете. Слушайте, баблище, что ты у меня прям. Мам, не горюй. Жители счастливы. Самое главное, что все счастливы. Что мы тут можем построить еще? Кладовая. Кладовая нам не нужна. Может, нам еще одну жилую комнату всечь? Не, не тут. Не, надо лифт построить, короче, выше. Вот тут построить лифт, а там жилую комнату. Вот тут. О! Сколько мы можем принимать людей? 24 человека. Пришел? Подожди, ты далеко не уходи. Все, на разведку. Давайте. Найдите там чего-нибудь хорошего. А все не так уж плохо, конечно, какие котики есть. С ним-то повеселее будет. Так, продать оружие или костюм. Может, пневматическую штуку продать? Нафиг она мне нужна. У нее урон 0, блин, 1. Продать. Окей. Все, выполнили задание. Что нам дадут за это? 25 крышек. Собрать, короче, единиц энергии воды.
Бля, вообще, слушайте. Хорошо, я начал. Прям вообще как-то это. Прям фартит, я скажу. Рано или поздно я встречу кого-нибудь. Вот они вдвоем, мои дружки. Исследуют пустырь. Давайте, найдите там что-нибудь ценненькое. Воды полно, энергии полно. Не, воды надо еще соточку. По запасам. Людей нету. Слушай, а ты че у нас? У тебя интеллект, да, большой? Короче, тебе грустно. Придет чувак, я к тебе в комнату его поселю, я думаю, вдруг у вас что-то с ним получится, и вы сможете порадоваться. Так, здесь все счастливы? Ты чё? Доволен? Довольно? Довольно? О, молодцы, здесь хорошо работают, с энтузиазмом. Здесь тоже? Блин, ну и здесь все отлично. Все отлично. Получен опыт. Кротокрыс, короче, мертв. Встречно существо, уродливый мелкий кротокрыс. Всего один кротокрыс, ему не жить. Кротокрыс мертв, получен опыт. Давайте. На 2 метра отошли только, блядь. От дома. Уже выпендриваетесь. Так, у нас здесь получается сила. Все, кто с силой, у нас пойдут сюда работать. Если что, я могу увеличить еще комнату сюда еще на один. Прямо вот так вот и буду делать по этажам вниз радиаторные. Радиаторные, блядь. Генераторные радиаторные, блядь. Как что скажу, сам охуеваю. Ну че ты, ничего не нашел. О, мне удалось убить дутня. Короче, он разлетелся на мелкие кусочки. Еще опыт получил. Молодец. Еды просто на туризм. Обожраться. Энергия все расходуется. Смотрите, все хорошо. Пока что. Так, что у нас коллекции? У нас ничего нету. Задания хотел посмотреть. Какие? Ну, еду собрать, короче, все пособирать надо. Все надо пособирать. Электричество, еды, воды. По соточке получим по 25 крышечек. Крышечки нашел, молодец. Мне удалось, короче, встречный персонаж, беглый раб. Этот беглый раб ранен в ногу, очень скоро он не сможет ходить. Мне удалось зашить рану на ноге раба, и он снова двинулся в путь. Удачи ему, получен опыт 10, также найден предмет 25. Наверное, пройду немного на восток. Давайте. Только возвращайся скорее, эту подружка скучает без тебя. Придешь, порадуешь ее немного. Я не знаю даже куда ее. Она, наверное, в госпиталь какой-нибудь должна идти работать, еще кем-нибудь. Ей интеллект нужен-то. Че у нас там? Тут не показано. В лабораторию. Скорее всего, в лаборатории она где-нибудь должна работать. Спортзал, оружейная комната, мастерская костюмов. Да нихуя себе! Да тут еще столько мест. Так. Так, это все про раба. Пойду на немного... Найдено место, группа рейдеров. Мне надо спрятаться. Мне удалось спрятаться. Рейдеры меня не нашли. Повезло, получен опыт. Давай, давай, пиздуй в пустошь подальше. Или, может быть, уже обратно его надо звать.
Уж больно далеко убежит с ружьем. Полученную, так, уродливый мелкий кротокрыс. Всего один кротокрыс. Короче, все эти кротокрысы пока встречаются на пути. Пока ничего страшного. Не, давайте я, наверное, его верну, а то не дай бог его еще завалит у меня. Возвращайся. О! Опыт получен. Давай, генератор, 27 секунд. Мне там как раз не хватает немного. Тринадцать человек. Нормально вообще живут. Шикуют. Главное, каждый знает свое дело. На своем месте, так сказать. Все, энергии больше нельзя, только соточка получается. Почему-то еды можно больше, и запасов воды можно больше. И чё люди-то больше не идут-то? Где еще жители? Ты чё там, застряла что ли? Сейчас твой муж придет. Интересно, я могу одеть? А, ей-то нельзя одеть костюм, короче, этого мэра или кого там. О, еда собрана. Что с заданием? Должен родиться один ребенок? Хорош, как? Сейчас наш друг придет, будет рожать. Слышал? У тебя новая задача. Родить ребенка. Пойдешь сейчас к этой бабе. Она не знает, что ей делать. Да, скучно тебе здесь одна, малышка. Стоит, краны только и крутит, больше никого не делает. Так, вы тут чем заняты? Ведь, блядь, стены молотком ломает. Ну, молодцы, что сказать. Ведь прям такой говорит, вот так ломай, да, правильно, так ломай. Ну, чё там, долго еще? Возвращаешься долго как-то ты. Какая-то непонятная кола. Ну-ка, кола. О, что там какие-то роботы непонятные. Прикольно. Пожар в комнате. Станция обработки воды. Тушите. Фу, молодцы. Пожар в комнате, где с водой работают. Это же пиздец какой-то. Так, ну-ка. Иди в комнату сюда, к своей возлюбленной. Блистай интеллектом. Котик, скажи, у меня и котик есть. О чем вы разговариваете? Я хочу послушать. Ты прям, блять, ты прямо как холестерин, из-за тебя у меня сердечные проблемы. Нихуя себе романтик. Блять, да чё ж ты, мышка? Твои зубы такие красивые, такие блестящие, словно хорошо обглоданные кости. И как это жесть. Ты живешь в моем сердце, словно радиоактивный паразитический организм.
Ты в натуре интеллектуал, я тебе скажу. У тебя красивые бедра, глаза. Я про глаза, но бедра тоже симпатичные. Если бы любовь была радиацией, мне бы понадобилась целая коробка антирадина. Короче, пиздец какой-то. Болтают там, болтают, непонятно. Так, чё мы там, когда задание выполнили? Ну, родить ребенка, это, наверное, чё-то какая-то хуйня. 2 минуты. А, не, все нормально. Так и было, 2 минуты. Минута. 10 секунд, все, вода. А, ну правильно, еще одно рыло пришло, поэтому расход воды стал значительно больше. И еды. И всего, короче. Все, под соточку забито. Слушайте, а если я построю складскую комнату? Да, ну туда же надо кого-то работать отправить, да, получается? Так, а что нам нужно там? Кладовая, выносливость. А у кого у нас выносливость? У тебя что с выносливостью? Выносливость 1. Ты, короче, вообще какой-то хуй знает. Ни туда, ни сюда, ни рыб, ни мясо. Не, ну так-то нормально вроде всех все. Ой, танцуют тут. И котик с ними. Ну все, сначала танцы, потом ёбы. Как говорится, потанцевали, попили, поебались. Короче, ничего я пока не могу строить. Да мне, наверное, ничего и не надо. Станция обработки воды. Камень может отсюда сломать. 350 и этот. Все, вот так вот. Подрасчистить немного. Чё? О, они обнимаются? О! Куда вы побежали? Чё забегали? Ах, вы хитрюги-то какие! Вот это да! И чё там будет сейчас? О, счастье поднялось! Ну, конечно. Как от такого-то не подымется? А тебя с собой не взяли, да? О, подруга, да ты в залете. Ну и живите тут вместе счастливо. Общайтесь. Что, новое задание какое? Потушить один пожар. Я уже тушил пожар. Так, слушай. Ну, коль ты ее порадовал... Пора тебе на работу. Все, не ссы, она тебя дождется. Короче, сталкер прям здесь, когда сверху такой живет, постоянно на вылазке. Ну, если все в таком же темпе будет продолжаться, наконец-то свежий воздух, то я думаю, комиссия будет вообще довольна. Мои работы, смотрителя. Повысить уровень счастья одного жителя до 100, потушить пожар, должен родиться один ребенок. Блять, ну вот же повысил до 100. Может, кого-нибудь еще в комнату загнать? Ладно, пускай пока одна баба беременная ходит, потому что я же не знаю, что там, почему. А то сейчас они залетят и работать не смогут все. Начинаю экспедицию в пустошь. Супермутанты, это же просто сказка, да? И не говори. Винчестер, прочный костюм. Плюс 3% хлама из пустоши. Сейчас я перелезу через эти обломки. Так, а почему у меня опять 78% счастья? Кто несчастлив? Кому пизды дать? Ты почему несчастлив? А ты другим ничем не можешь заниматься-то.
тебя вон. 75, ну эти все как обычно, короче, довольно. Короче, среднее счастье у меня тут 75. О, получен опыт, а Дудня удалось убить. Давай, получай опыт, обрехатил бабу. Ну это на соточку счастливо, молодец. У меня в инвентаре есть костюм, короче, мэра, плюшевый мишка, пряжа, шкура брамина какая-то непонятная. Ну, питомцев нет, короче. Ну, питомец правильно ушел. Ну а что, пока работать некому, точнее негде, зачем мне кого-то брать на работу? Одного жителя я смогу построить медпункт, это что такое? Короче, делать что-то я смогу. Оружейная мастерская, комната тренировок, наверное, опыт, короче, спортзал. Пожар, как раз задание выполнено. Давайте, не пострадайте. Молодцы, оперативно сработали. Поздравляю. Опа, в убежище должен быть один лысый житель. А что, у меня в убежище есть лысый кто-то? Чувак, мне из-за тебя бабосиков дали, красава. Даже два у меня получается, тоже лысый. Молодцы. Причем нормально так денег подкинули. За лысых. Так, повысить уровень счастья, убить в пустоши один ребенок. Ну все, начались сложные задачи. Невыполнимые практически. Так, получен урон, так... Чего? Ты не смог попасть, блядь, в радиотаракана, блядь. Все. О, во, убил кого-то. Дудня встретил, убил Дудня. Не-не, я передумал. Все, одно существо в пустоши убито. Ладно, короче, я его возвращаю, наверное. Хватит пока путешествовать. Пускай с любимой со своей побудет. А то она переживает, вдруг не вернется. А что получается, могу еще наверх въебать лифт? Да, могу наверх еще въебать лифт. Зачем? Ну, что-нибудь потом построить тут. Ну и нахуй сейчас тратить деньги, да? Да. Тут так охуененько пока складывается вообще. Человек нужен. Нужен еще один человек. Сейчас этот придет и все, наверное. На этом я сегодня закончу.
Все, прибежал уже почти что. Дай побыстрее. Счастье какое-то. Ну что ты уровень повысил, а что добавилось? Непонятно. Переодевайся, ружье. Все, идите с КТ. По делам к жене. Кот, забегай, а то сейчас закроется дверь. Дверь убежища. Повышает прочность двери убежища. Зачем? Да похуй. Деньги есть. На всякий случай, как говорится. Че ты просто такой ходит, короче, директор. И такой главный. Так, все у вас здесь в порядке? Да, да, сэр, все хорошо, спасибо. Так, пойдем сюда посмотрим. Не, ладно, хули там смотреть на воду, че я воду не видел, что ли. Хорошая комната, буду здесь жить. Так, в общем, все, на этом я закончу. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Скворец, это канал Back of Games, сумка игр. Всем спасибо и пока.